С частным визитом Барнаул посетил знаменитый советский футболист Евгений Ловчев. Как оценивает алтайский футбол бывший игрок «Спартака» и сборной СССР, а также почему важно развивать спорт в регионах, Евгений рассказал нашей съемочной группе. Конечно, ему, как жителю Подмосковья, было проще в свое время попасть в лучшие команды страны. Для многих мальчишек из регионов, уверен Евгений, это остается несбыточной мечтой, в том числе из-за плохой спортивной инфраструктуры. Неплохо было бы, чтобы она вернулась к советским истокам, когда в каждой деревне было отделение дюш, в каждом районном центре было сдюшор, а в областном центре интернат. Все время в Белокурихе останавливаюсь и радуюсь, когда дети играют, взрослые играют в футбол. Надо что-то развивать, надо давать и инфраструктуру. В конце концов, можно было подумать местным руководителям. Самое главное, чтобы здесь были энтузиасты. По мнению бывшего футболиста, в наше время родителям нужно прежде всего выиграть схватку с компьютером, чтобы их дети соревновались в ловкости, силе и скорости не виртуально, а в реальной жизни, на спортивных площадках. Евгений Ловчев пообещал вновь приехать на Алтай летом для участия в ежегодном фестивале имени Михаила Евдокимова.